В этом году День народов Среднего Урала отмечается 1 сентября. Этот день был создан по инициативе руководителей этнокультурных организаций, ставших участниками первого состава консультативного совета по делам национальностей, который проходил в 2002 году. Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральского городского округа и председатель Думы Новоуральского городского округа Михаил Денисов, поздравили новоуральцев. В официальном поздравлении отмечается о том, что День народов Среднего Урала символизирует единство, богатство культурного наследия и многообразие народов, проживающих на нашей благодатной земле. Средний Урал – это удивительная территория, где переплетаются традиции и обычаи более 160 народов, где каждый может найти свое место и внести вклад в общее дело. Пусть в ваших сердцах горит огонь дружбы, а взаимопонимание и поддержка станут основой нашего совместного будущего. В Новоуральске празднования пройдут в воскресенье, 1 сентября, на площадке Дома культуры УХК. Гостей мероприятия ждут мастер-классы, выставки, игровые программы, концерт и многое другое.